Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, продолжаем мы скидку Росала. Что ж, ребят, немножко получив, как я и говорил, новую кабину, я решил переделать свою зверь-машину, и получилось что-то вот такое, да, такая ацетская маршрутка. К сожалению, как показала практика, пушка, конечно, это хорошо, когда она есть, но, блин, все-таки пулеметы рулят. Можно было и дробовиков поставить, но дробовики только в ближнем бою хороши. В плане у меня стоит, конечно, подкопить денег и открыть крафтовый станок синий, построить, собственно, сейчас покажу вот эту штучку. Нет, нет, не эту штучку, рапиру, вот. Планирую, собственно, ее построить. Единственный такой нюанс, что для всего этого добра нужно подкопить монеток не кисленько. Но что поделать, видимо, придется. Потихонечку, по чуть-чуть буду зарабатывать, там мелочишку все продавать, авось накоплю. В принципе, надежду нельзя терять. Так, ну ладно. Что ж, ребят, давайте посмотрим, что у нас сегодня есть в рейдах. У меня как раз задания идут по рейду. Одна только защита. Да. Ну ладно, защита так защита. Что ж. Ничего не поделать. Жаль, что, конечно, разнообразия нету. Разница только в карте. Мне понравилась, кстати, такая тема, когда нужно было конвой сопровождать. Прикольно очень выглядит. Едешь за грузовичком огромным, прикрываешь его, это вообще прикольно. Как вновь появится такая возможность, обязательно я засниму это безобразие. А пока как-нибудь так. Колеса чувак себе защитил. Прикольно. Вау! Ляпушка улетел. А я стою под таким углом, что мне вообще не вариант его простреливать. Вот, вот этого можно. Иди-ка сюда, засранец. Не поймешь, как лучше, блин, выехать или остаться здесь. Вот это вопрос, конечно, животрепещущий. Так. Зона видимости маленькая. У меня, кстати, вот радар и прочая связь спрятана внутри кузова. Что очень прикольно выглядит. Так. Осталось трое врагов. Они где-то втыкают. Пойду посмотрю. А, все, вижу, вижу. Они сами решили подъехать к нам. Ну и хорошо. Так, вижу еще одного на подходе. На подходе. Гаденыш. Последний. Есть. Есть эффект. Поехали. Так, у меня тачка такая громоздкая, капец. Я еле передвигаюсь. Не хватает уже мощей на колесах. Слишком я жирный. Вдвоем решили протиснуться. А. Да. И никто не хочет уступить, что самое, да, такое? Каждый считает, что именно он имеет право проехать первым. Только непонятно, на основании чего. Вот тебе и командные игры. Каждый тащит на себя дело. Тикс. Что там у нас? Остальные вроде здесь сейчас проскочат. Это что за херня там катается маленькая? Чей-то навык такой, да? Прикольно. Какой-то мини-бот такой. Вау! Так, тачка, тачка вражеская заехала. Где она? Вижу. Вижу, гаденыши. Иди сюда. Вот так вот. Блин, там непонятно что. Катается. Готово. Так, здесь, по идее, все. Нет? Я думал, все. Окей. Нет, так нет, чё. Будем дальше продолжать. Не беда. Офигеть, их пачкой. Пачкой прибежала. Вау! Ах ты гад, а? Смотри, что творит. Разбирает меня на запчасти, гаденыш. Это я попал. У меня бочечка. С домкраткой. Что такое? Уже новую надо защищать. Обалдеть. Это глюк, что ли, или как? А, ну вот, наконец-то.
Мне будет совсем тяжко. Полуразобранному. Ладно, постою здесь, зашкерюсь. Может быть, авось повезет, и я как-нибудь отмахаюсь потными носками. Текси. Есть эффект. Нет, только не ты. Только не ты, уродец. На тебе сразу. Гаденыш. Получай. Получи, сосранец. Ну же, ну же, давай, давай, давай. Блин, пулеметами так непривычно, они так долго ковыряют. Пушки было бы здорово, но, блин. Пушка это... Какая головная боль. Еще только два пулемета осталось, шикарно. По левому борту вообще ничего практически нет. Одно колесо. Два пулемета. Я уже дымлюсь. Ржака. Босс? Ну да, мне только сейчас с боссом биться. Самое то. Пошел вон, уродец. Сомневаюсь я, что это босс. Сейчас меня рванул. Все, рванули. А, он тут, в принципе, недалеко. Прикольно. Ну, дайте я хоть посмотрю, что там за босс был. Вон он. Загонщик. Фига себе, серьезно, пацан. Сейчас я прихвой с ним маленечко попробую снять. Если получится. Есть, получилось. Ну, а теперь осталось только его замучить. Еее, нифига себе, я еще ни разу с боссами не катался. Что-то интересненькое новое. Прикольно, прикольно. Текс. Ну-ка, там ТЭЦ. Ну давай ТЭЦ покатаем. Почему нет? А почему бы и нет? От 3 до 6. Ну, посмотрим, фартанет, нет. Че? Ну я, в принципе, с... Самый сильный получается пачка. Но это только пачка. Да. Погнали. Интересно, затащим, нет? С теми типами я вообще быренько это все сделал. С этими не знаю. Бум. Чувак, своих долбишь. Ты что творишь? Ну, принципиально надо в меня врезаться. Это, видимо, вот такая жизненная позиция. Так, три врага. Все, вижу, откуда едут. Так, по крайней мере, двоих точно вижу. Кути. Какие люди в Голливуде к нам заехали на огонек. Так, ну и мелкий, да, обычный классика жанра. Есть эффект. Так, один еще где-то остался. Все, поехали. Странно. Где-то есть главный враг застрял, но я его не вижу. Все, а вон он. Обалдеть. Я думаю, справится. Но здесь уже жарко. А то здесь уже вот. Они совсем рядышком. Бякушки. Хм. Ну ладно. Ты, это пила. Сунь-Йорк пила, иди сюда. Ха, как вылетел, интересно. Ой, на, здрасте. А вот и я, не ждали, да? Однако. Окей.
Нифига себе, уже сзади пачка. Мощно. Гаденыша. Смотри, что творит. Куда поехал? Ну, стоять. Типуйте, пилогат. Получай. Фух. Я уж думал, сейчас отстегнет мне все этой своей пилой. Циркуляркой. Бяка еще тот. Ну ладно. Худо-бедно куда-то поехали. Надеюсь, все обойдется. Такс. Что тут у нас? Агась. Отлично. Да интересно, пойдут. Все, вижу. Поперли. Козлы. А ну ладно, там еще один есть впереди. Хоба! Лихо я его задавил. Так, парни. Один из наших сейчас должен сгореть по-хорошему. Последний остался. Давай, давай, давай. Все, нет? Нет, еще волна. Еще, походу, одну волну надо выдержать. О, босик. Что ж. Вижу. Сейчас я его задавлю маленько. Отлично. Так, еще гаденыш мелкий. Вот где-то там крутится. Обычно, да? Типчик. Поехали. Значит, осталось только у нас боссе. Опачки, я его заблокировал. Все. А пусть попробует двинется. Фигушки. Считай, влип, очкарик. Готово. Ух. Моя колымага не такая уж и плохая, как я думал о ней. Я, если честно, считал, что она полное дерьмо. Оказывается, худо-бедно. Ну, правда, еще в рейдах это не так сложно. Ладно. Что там мне надо? Вот этой кабинки бы две штучки надо. Попробуем отправиться за колесами. А там посмотрим. Как лихо начали, а? Я еще не успел даже педальку в пол, а они уже поехали. Колесики медлительные, еле еду. Песочек еще проваливается, нифига себе. Система. Нифига их там пачками. За ребятами поехали. Ухти-пухти. Какие мы дерзкие. Засранец. Получай, сволочь. Ай-яй-яй-яй-яй! У меня уже больше ничего не осталось. Да. Ладно, бывает. Однако. Раздели меня только так. Ой, чувствую, мы проиграем. Тут никаких сомнений. Совсем ничего не осталось из хп. Однако. Надо же еще успеть. Даже кого-то умудрились убить. Интересно. Нифига себе, там чувак вообще танк. С гусенками катается, обалдеть. Вот это да.
Какие гидрыбяки, а? Смотри на них. Усё. Продули. Да, долго ждать. Я проще. Нажму эту кнопочку. Ну все, посмотрим сейчас. Либо за фортанет там и я забегу в игру, либо подожду. О, уже. Я заметил, кстати, в последнее время, да, вот так вот уничтожаются, добавляются прям в процессе игроки. Странно. А вон они, уроды. По той стороне пошли. Однако. Однако. Тут же никого нет, в кого не стреляют. Свои стреляют, что ж. Перевернулся. Ты куда назад-то поехал? Только вперед. Так, теперь, да, можно и назад. Черт, надо попробовать отжать ее, хотя бы помешать им хоть как-то. Не знаю, получится, нет, но фиг его знает. Я очень медленно еду. Нет, если сейчас никто не заедет на территорию, то хана. Мы просрём. Так. Уже. Нет, все, жопа. Пока докатились, нас все отжали прям под носом. Ну, как-то так, ребят. Что-то не фартит мне сегодня. Ладно, раз не фартит, значит не буду себя мучить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока-пока.